I shoot it high, let it fly, bury myself under a blue sky. I see a scheme, make it clean, drown the blue rivers and the muffled scream. Там два долбоеба. Один на чупике, один под ним с АГС. В подвале что, никого. А питание дал? Я могу сейчас после питания на белой пешке выйти и в бок, если они пойдут пушить. Да, когда они там пойдут пушить, господи, их надо самим запушить. Дал питание. О, у меня чел тут где-то. Есть, спускай. Одного убил. Gather, reload. Keep them coming! Можно через Т2 к ним подняться? Да, да, давай. Надо ящики оружейные почекать. Давай. Надо посмотреть, от чего харизма качается еще. Тихо, тихо, тихо. Дал мне в грудь. С болты не обмер я. Что там, сука, блядь, крысы? А чё у меня башка вытекла? Я ж нажал на гемостат. Ебать. Свет потух. Сюда больше не ходи, брат. От тебя говно и воняет. Генштурм взял парнишка, ебать, чисто. А наебали-то шо? А наебали хуйня. ПС-очка-то не объяснишь, блядь, шо у тебя генштурм. Давай, брат. Пока мог на карту. Блять!
Да, я умер, нахуй. ФПС вижу, глухарь на карте уже. Опа, он сейчас есть, отвечаю. Да, да, сейчас стреляет. Блять, есть, есть, есть. Мне пиздец. А, возле гермача. Тихо, блять, все. По глухарю не стреляйте, главное. О, я слышу, слышу, где глухарь. То, фул АФК, встаньте, прошу, блять. Бажнужда. Стоим. Кабан бегает, нахуй, кабан, заебал. Там дикий. Они тут типы. Че, они рашат меня, боты или кто это? Да и сдохни тогда от них, похуй вообще. Вы попробуйте сначала свиту отстрелить, а потом конкретно по глухарю дадите инфу. Я просто выйду с вашего угла и все. Так, сделаем, да? Алло, слышно меня? Да. Да. Да, вот думаю, как свиту убить. Тоже думал. Если обычные боты с поиска и в голову не убиваются. Да, кстати, это точно. Да я зарублю на изи. Дайте мне только пространство. С топором? А как ты хотел? Долбоёб. Дайте мне только пространство, говорит. Я вообще ничего не знаю, это пиздец. Ебать, меня убил босс. Данила шашлыки заебал. Шашлык мёртв там уже. Почему у него имя Даня Шашлыки? Охуеть, вообще не убивает, прикинь. Одного убили, их двое было. Иди, кабан, байки его. Хуйни, смотри, постреляй. Он хилится, пуш его, пуш. Хилится. Тихо, тихо, я тут с этим калом запушу. Тихо, тихо. Там без патронов он. Обоссал. А чё ты смеёшься? Тихо, тихо. Я, если чё, тут около вас. В офисе снизу. Курки вот там. Блядь. Сука, что за хуйня, блядь? Пошёлся, блядь. Бля, Лаврон, что за хуйня? С днём рождения, не оглядывайся назад, иди вперед. Удачи тебе во всем. Кстати, благодаря тебе я усы сбрил, бороду оставил, кушать стало удобней. Держи, брат, кулачок. Западки до себя-то есть лидыкс. Я не находил за 300 рейдов. За сколько рейдов? 300. Отсоси у тракториста. Домой, сука! О, я что нашел? Понимаю, что я подвал не чекал. Скас. Я на первом этаже подниму. Давай, я вот на втором. Один справа, один слева. Я на втором, это я. Давай первый. Еще хае кинул. Аккуратнее. Блядь, какая хае нахуй? Ренат, блядь! Вот тебе, блядь, орёт, хае кидает! Куда ты летишь, блядь, наверх? Сейчас выйдет. Я у него в спине. Еще в серверке ходил. Я за зданием. Что это с фонариком? Ты в меня, что ли, стреляешь? Алло? Я в это, наверху, Жень. Скажи вот. Фонтан. Вот. Фонтан. Фонтан. Твои трусы вон там. Ебать, тут есть, слышишь?
Тут глухарь, короче. Понял? Вот на этом серваке. 100%. У меня на ангарах. Они меня пушат. Я убегаю. Это? Вот они стреляют. Да. Тихо. Дай инфу конкретно, где они. Над выходом прям. Давай я хае сейчас кину. Буду принимать. Давай. Отойди от забора. Отошел я далеко. Ничего не пиздят. Ничего не пиздят. Далеко еще чел бежит, ЧВК. За я КамАЗом. Выйду поближе, к дверям распикаю. Пикаю от дверей. Наверху сидят, меня чекают за дверью прям. Там босс. Да, я знаю. Тип на ЖД забежал, вот слева тебя прям, на 90 да. градусов. Я за ним пойду. Я хаешку пробую. Я тебя пробую убить. Дай гранат, закинь гранат, бро. Нету. Да ебал его рот, я его взорвал нахуй! Хорош, лучший просто. Еще двое сидит там же, прям ровно над тобой. Ох, нихуя! Иду хлоповой. Я ухожу. Ну я пушу, пиздец, нельзя так пушить. Вот ча в этой будет, чувствую, пиздец, нутром прям. Смотри, брат, чисто на неожиданности же, смотри. Нихуя себе, блядь. Отдыхай красиво, ебать. Друзья, сидите, кушать лимоны любишь? Я лутаю бомжей. Ну я лутаю бомжей. Тут, брат. Непосредственно. Вот вам арена, блядь. Какая арена? Вот арена. Хочете, наслушайте, ебать, этот звук. Слушай. Заметил такую хуйню, когда ботов много? Тагила есть. Давай, тагилушка, родненький. Похоже на тагилу. Слушай, ну его нету. Можно, блядь, выходить опять сразу. Застрял, что ли? Я шпага, брат. Жесткая. Блять. Борька выбрался, Джуманджи. Like in the movie, I've got a bad feeling about this. Bad feeling about this. Блядская сука, блядь! Сейчас открою, брат. Валим отсюда, парни.
Нихуя. Это был комбо-удар от вас? Парни, я кидал гранату. Ой, блядь! Это Тагила? Бра. Иди нахуй! Хуесос ебаный! Поебал тебя! Поебал тебя! Поебал тебя! Поебал тебя, ебать! Поебал тебя, сука! Поебал! А, братишка, ебать! Чё там нахуй? Ай-яй-яй-яй, я Фатрата привела, санитара отъебла. Фатрат... Еще пока нет. Да сейчас, нахуй, ты видел, я Тагилу закрыл за 18 часов, нахуй. Нормально, ты, они прикольно, конечно, придумали. Короче, чё, даю тебе право серф выбрать, там, где, блядь, санитар спавнится every day, every night, короче, понял? Ну давай попробуем, ты в поиск. Мне как тебе, как тебе перс мой, брат? Я уже посмотрел, да, у тебя на стриме. Бомбовый? Не, согласись, Биру наконец-то штанцы пиздатые добавили, да? Не, вот эти нормальные, да. Вот эти вообще пушка. Ну, потому что нормальных не было вообще. Пиздец, как мне перс нравится мой. Ебать, смотри, заряжка какая, чат. Санитара не надо на капу? Хуяли бы. Рената, ну проверь. Садист, да, типа еще. Название квеста. Тогда килу нахуй сейчас пойдем. Да, хай. Не надо. А, не надо? Да, садиста не надо. А, заебись тогда. Зачем мы там столько берег бегали? Хуй его знает, долбоёб получается. Ой, еще и первый рез. Посмотри на меня, как я выгляжу, потратил. Ты это знаешь, кипстер скачалки, я бы сказал. Ну, это типа, ну, прям мой стиль, понял? РЛ заебал. Бля, ну сильно лагает, как будто есть санитар, а реально. Там аккуратно, санитар реально в катке есть. ФПС, проверим. Как... ФПС на санитара? 100%. Мы чисто за ним пробежкой. Ты можешь полутаться. Не, мне тут ничего не надо. Тут этот. Нету его. Ну, в админке может полутаюсь. Быть. Иди тогда проверяем в другом корпусе. По-любому на богатых санитарах. У меня санитар, по-моему. Подожди, сейчас скажу точно. Да ладно. Подожди. Да вот! Да, 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 да. Иду. Кто ко мне подходит? Это я. А, подожди, не заходи. Момент, дай мне один. Вот он прям стоит, правый пик, и он твой. Славненько. Бля, потратишь, ебать ты фартовый, сука, слышишь ты, блядь? Первый рейд, нахуй, санитар, блядь. Да потому что он похуй. Ебаный лакерок, блядь. Это же, блин, этот, как его, ну ты понимаешь, это карма просто. Еще один где-то сидит. Найдешь его? Еби его. Я полутаю старика, блядь. Ну чё ты, сука, блядь? Всю жизнь себя искал, ты, блядь. Блядь, чат, вот попёрло нахуй, да, масть, а? Сейчас ещё и килы, сука, в первом рейде будет. Ебать, попёрло, как два босса. Всё, килу сейчас убиваем. Давай на этом серве килу поищем. Давайте, давайте. Я думаю, сейчас в первом рейде его ёбнем. ХЗ, прям вот что-то я прям в лакерки верю. Давайте только его этот. Давайте его прям... На Верочку. Вместе разыграем. На самом деле я в прошлом апе много находил на втором этаже. Ну можешь чекать, без проблем. Чекни. Не, ну просто смотри, вот ты подвалы, первый, Патрат первый, я второй, это же идеально. Давай, это давай, давай. Игра. Так, я первый этаж получается, да, смотрю? Да, ты первый этаж. У меня килл, я не убивал его. Сидит под лестницей, где подниматься на второй. Да ладно! В подвале Оли? Нет, с первого этажа подниматься на второй, там где... Магазин, где куча видюха, забыл. Где техный техлайт, да, вот этот вот? Да, 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 да. Маза, ты где? Я поднимаюсь по лестницам на первый. О, я слышу его, как он на месте. Все, тихо-тихо-тихо. Он прям в углу сидит, я слышу. Просто я там не знаю, блядь, как там сейчас эти. Сейчас я поищекну. Я поищекну, ты поймешь дело. Просто подожди немножко, окей? Давай, давай. Это я еще по металлу поднялся.
Я со стороны Оли иду, получается. Давай, давай, давай. Бля, хотя я его могу убить, бля, но если он меня заспотает. Пусть он лучше меня заспотает, я спрячусь. Пока он бежит за мной, ты убьешь его. Тихо-тихо-тихо, похуй. Правда, сейчас попробую. А, вижу тебя, я сзади. Тихо-тихо, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Братан, да ну нафиг, первый кайф, ебать, сука! Сука, иди сюда, помоечник, ебаный нахуй! Ебать, нахуй! Какие лакичи ебаные, сука! Все, тихо, теперь выжить надо, нахуй! Все, можно идти. Прикинь, он с первой не умер, я ему две дал. А он на тебя лицом смотрел? Да, лицом. Забрало, может быть, забрало. Не, забрало не отсейвило. Его башка отсейвила два раза. Короче, следующий вайп беру Фатрата нахуй в пати, блядь. В первом рейде закрываю санитара, в первом рейде закрываю киллу, блядь. Пиздец, лакер ебучий нахуй. Сервер, сервер. Да нихуя, это не сервер, конечно, бро. Если честно. Это лакер ебаный. Мне нужны именно свита. Три чела именно из его босс. Свита. Бля, я не понял, на этом сервере там каждом... На чувака, это... я чувака пробую убить сейчас. Давай, давай. Тут что, в этом, на этом сервере каждый рейд босс Фартрат? Пару вайпов назад, да, практически. Охуеть. Босс противоположен от нас, я вот сейчас не увидишь, теперь заправку стою. Они очень сильно лагают, они ТП-шутся прям. Подход к заправке иду. Это вот, я сзади тебя прям ровно. Да, 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 я вижу. Захожу в заправку. Я к тебе подхожу. Меня убил. Чевок, походу, заправки сидит. Да. Маза, ты где я на насыпи спускаюсь? Тихо-тихо-тихо. Да вот он! Ты стреляешь, Маза? Тихо-тихо-тихо, да-да-да. Ты ко мне подбегаешь со спины? А, у синего контейнера, у синего, я-я-я. А, понял, 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 понял. Пои ко мне, спрятал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты убил его? Нет-нет-нет-нет-нет. Заправка. Все, пушим его, да, 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 давай пушим его с двух сторон. Сейчас я захилюсь, мне этот босс сврил. Все, башку пустил. Он прыгает, ты. Он. Захожу. Хорош, лучше. Is this your warfare? Бля. Он убил, наверное, да, по половине? Не, я, мне выполнилось, засчитало. А, выполнилось. Я что-то... Ай, блядь, тебе же решало не нужен, да? Блядь, я прикинь, чуть решали не залил. Я думал, он тебе нужен, хотел убежать. Нет, потом в этот момент я понял, что Ренат его проебал. Ты живой? Да-да-да, я убил решало. Я хилюсь. Бля, ебать, прикинь, подряд рейды всех боссов, все, блядь, чат, все. А у тебя сейчас коллекционер будет? По идее, да. Ох, ебать, чат, пиздец, какие мы красавцы с вами, это, ебать, пацаны, я, ебать, просто в ахуе, блядь. Походу, это Фатрат лакирок ебаный, блядь. Медицинский? Хуйня какая-то, блядь. Сумками сейчас надарит. Ебать, брат, не благодари нахуй. Ты танковый аккумулятор? Да. Я пошутил, если что. Чтоб тебе тоже было больно нахуй. Ну ты, конечно, и жук. Ага, пошутил он. Чё там, куда летишь, друг? Куда летишь? Ебать, скоростя, нахуй. А если с этого уступа упаду, я не умру от перевеса? Давай вон туда спрыгивай, вниз, вот сюда. Туда ты ебашь. Бегаешь еще сильнее, да? Да-да-да, сюда бегай. Так ты мне тоже дай пушечку. А, да сейчас за ней еще вернусь, подожди. Держи. Давай вот так делай, смотри. Вот тут летишь так, ебать. И ебашишь. Ты чё? А чё ты не сказал, что ты сдох? А как мне теперь в результате аккумуляторы забрать, ты мне скажи, пожалуйста. Ты на дропе уже ходишь? Нет, нет, нет. К ним кто-то подбегает.
убил. Второй есть. Трое. Помощь нужна. Я умер. Патроны кончились. Там двое еще. Там бомжи. Я понимаю. Просто надо мной кто-то ходил. Где умер, скажи? Вот сейчас ты чуть правее. Вот ты выходишь из подвала и справа от трупа. У труп, короче, вот. И чел у труп был. А второй слева за трактором. Смотри, они пула копались. Я должен был обоих туда надо. Со второго этажа ты их увидишь. Охуеть, братан! Охуеть. Брат, я за тебя их выебал. Отвечаю, вот чисто принцип. Просто принцип ебаный. Просто выебал бомжей. Доброе утро. Блять, нахуй, бояться, блять, че ебанутые, блять, нахуй вы мне нужны всю таможню убивать, долбоебы. Я всю таможню убил, брат, все нахуй. Я вижу. Просто всех убил, блять, кто был. Нахуй вы мне нужны, блять, 17 часов стрима, ебанутые, куда вы нахуй лазаете? Пиздец, 12 тысяч опыта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ЧВК я уебал. Нихуя какой пинг утром маленький на везде, охуеть можно. Что ты сказал, у тебя маленький? Мне не послышалось? Я говорю, у тебя маленький, тебе хуй кто даст, блядь, еще 10 лет, нахуй. Да не пизди, слышишь ты, блядь. Ой, вон, видишь, смотри, что Патратик пишет. Так, что пишет. Что это за хуйня, блядь? Я бы до такого никогда в жизни не додумался, кстати. Я не слышал ни разу в жизни такое тоже. Это Патрата, походу, стремись по жизни. Да.
Хитосик, нормально будет, не переживай. Уже не отрастет, к сожалению. О, Кипсанов, я смотрю, в этом, блядь, мостак нахуй растянуть, там можно уже лайфхаки пишет. Да-да-да-да. Так, а хули, ты видел, блядь, это же самые главные усы, блядь, Таркова в СНГ, нихуя себе. Не усики, а про... Он все там растягивает, сидит потихоньку. Усы вот так, блядь, там вот так, нормально. Вообще, ну ты посмотри на эту машину, а. Посмотри, какая пушечка, а броня какая, разгрузочка, а штанишки, а. Бля, лицо какое пощечинское. Заебал, рот закрой, нахуй. Ты что нахуй так базаришь? Нахуй ты на бодрого базаришь, блядь. Кого? Бодрого? Конечно, нихуя себе. Данилка, видишь, решает вопросы. Он так-то уже, блядь, 20 часов зачищает бомжей, блядь. Бегает. Твой Данилка, по-моему, лимонов ебал, блядь, глаза пищу. Чел говорит, инсека не трогайте. Бля, я не думал, что у Сани такое ебало хуёвое. На самом деле. Видимо, БСГ решили подчеркнуть это. Живую лучше было. Итерация инсека 2.0, блять. Чисто уже ебало представили. Эй, земля! Не хотим, мы так наблюдаем! Бля, Фатрат, мне кажется, это ты анлаки, просто сейчас смотри нахуй мы, блядь, на этот нахватим. Не, если честно, на лес вообще поражение за ними ходить, клянусь. Блядь, я не знаю, как их там убивать. Вон чел пишет, что на лесу только что у него. О, вместо 50, 10 было. А это, блядь, Бердай вон, блядь, на крыше стоит, нахуй. На минималках, блядь. Да, нахуй ты? Зачем ты эту ебаную привычку от меня щелкаться взял, пиздец? Ты охуел, а что ты взял что-то от тебя? На, ебать, ЧСВ, бля. Не понял, нахуй, сейчас, ебать. У тебя проблемы или что там? Блядь, на ушко мне скажи, нахуй, ебано. Иди нахуй. Блядь, хай-левел геймплей, блядь. Мне хуй заниматься за боссами бегать. Потерял управление. Система поиска. Да. Пип-пип-пип-пип-пип. О, забираю видюху. Смотри. Да, я так и знал, бля, изи. Как ты читаешься, блядь? Да, бля, пакета не было, братан. Нихуя. Доталова гейминг. Да не, Фатрат, не, Доталова. Все, капку надо брать. Вот она прям, вот, знаешь, висит груша, нельзя скушать, блядь. Это вот про капу и про боссов нынешних. По-любому сейчас мы их встретим на таможне, братан. Когда мы поймем, что они заспавнили, я надеюсь, что на вот такой вот миллиметровый спаун на меня одного у него не заспавнивается вот это вот гранатомет его ебаный. Если он меня с граника сотрет, пизда, я полечу в Питер, я сотру нахуй, блядь, там все, блядь, кто этот граник придумал. Бля, ну надо аккуратно, они могут реально... Затем, как кто-то ходит. Где? Вот прям вот и вот куда я смотрю, за стенкой кто-то ходит. Справа. Опа. У тебя снайпер? А, ты долбоёб, блядь. Блядь, я троллировал. Пиздец, вообще не регает нахуй. Пойду я спать, пиздух. Бля, меня заебало уже за ними бегать, если честно. Вот. Так что все, потом. Я, блядь, вообще не верю нахуй, что я его встречу, честно говоря. Просто вот после сегодняшнего я просто, блядь, не верю. Охуенный, блядь, квест от БСГ, блядь. Поспал? Мало? Мало. Я их разъебу сегодня, бля, я прям уже такой, блядь, заряжен, люто просто, блядь, возьму вот так, сука, как бомжей и разъебу. Ну чё, блядь, первое, сразу нахуй, ебать, потратишь, пати раздавай, давай первое и сразу, блядь, вечер, это да? Мразь, я ему пощечину раздаю, нахуй, и капу забираю. До вечера там, вроде. Бля, вот вангую, сейчас боссы будут. Бля, я вчера 20 часов, я вчера 24 часа это каждый рейд говорил. Да лес самое очко, туда идти убивать. Вообще лес смысла нет, да? Да похуй, сейчас если нихуя, то, блядь, я пойду спать, завтра побег. Тебе написали первую инфу о том, что это была таможня больше получаса назад. То есть, теоретически, если они раз полчаса съебываются, то они уже могли уйти в другую карту. Да почему они вообще в жопу просто, я не знаю.
достали мне. Да разницы нет, полчаса нет. Ебать, мы нахуй берег бегали, блядь, сутками. И они по-любому, блядь, должны были там заспавниться, понимаешь? Хотя бы разочек. Просто там лаки какие-то ловим, ебейшие. Либо мы в тупые тайминги попадаем. Кстати, FPS-а нет, вот можно. Ну не стреляет там нихуя. Ни скар, ничего вообще. А куча завода есть у кого? Я его забыл взять. А зачем? Я его... Здесь я хотел питание включить. А, ну у нас выстрел будет. Тут а можно перепрыгнуть. Вот, вот иди сюда. Ну, сила не будет. Да не будет силы. Будет. Эй, земля! Выстрелять не хватит сюда с тачки перепрыгнуть. А, да, вот такой. Опа! Опа, это что такое? О, опа, опа! Карчик неглушенный ебашил. Да-да-да-да, чё, суета? Поехали? Суета, суета, пиздец суета, да. Ура, блин. Бля, это они нахуй, пацаны. Идите вперед. Подожди, давай я танковать тогда буду. Есть кайска какая-то стоит, ты Мосинка. Ань, ты где? А кто перед нами в рота зашел? Свой? А. Вот, скорее всего, наш, да. Нет, по-моему. Это не наш, это не наш, не наш. Вагоны, блядь. Он к толчку бежит. Ловый. Свой был. Свой был. Опа, MCX, это они, это они, это они. Они? Это MCX. Да, на этом как его? О, бегут, бегут на стройку. Это они, аккуратно. Тихо. Ебать. Уходите. Бегут. Они в стройку бегут, они в стройку бегут. В твою, блядь, двухэтажную. А как мне? Подожди, стой. Блядь, меня убили. А, это босс. Блин. Тихо, блядь, он за мной бежит. Все, до свидания, я умер. Пойдем, выходим. Он за мной бежал. Пойдем, выходим. В заправку, гоу. А, помнишь, где вчера замес был жесткий? Тихо. Уходи, иди сюда. Главное, в заправку. Главное, чтобы сейчас не убили. Я на ЖД. Убил скелета. Почекай, где они вышли. Один клипа. Маз, ты слышишь меня? Да, слышу. Помнишь же, ты вчера типов убивал? Да. Два трактора. Ну там вот, не короче, ревариант там меня... в опен. Иди их веди, пробуй их агри на себя. О, блядь, пушит нахуй. Давай, уходи, все, ебашить сейчас буду. Он в воротах стоит, Хорошо. Отбежал от ворот налево, слева прямо вот за каменным блоком вот этим в упор стоит. Сейчас опять под баечу, уже я фул выносливость, смотрю баечу. Жди, Маз, не торопись. Давай. Пикаю его. Справа тоже, и справа, и слева есть, пикаю лево. У меня уборе стоит справа стоит уборе. Я что, к тебе подойду? Вон бегает, видел, пробежал? Нет. Вот, сидит, нет, со снайперкой. А нет, не со снайперкой. Убил? Не знаю, сейчас подойду, посмотрю. Нет. Тебя бы засчитало бы. Говори, подожди, что мне делать? Я шьюсь, подожди. Хорошо. У меня руки нет. Сука ебаная, какие они потные хуесосы! Кто меня пушит? Я на возьми. Сейчас жена. А ты одного видел ты там вот или дохуя? Вот, три шприца скинул, двух. Под тобой шприцы не забудь подобрать. Да, я понял. Подожди, сейчас. Ты понял, да, какая хуйня? Стоит. Я понял, сейчас надо мне его самому пикнуть тогда. Кали в себя, вкали шприцы, чтобы не забыть. Давай. Сейчас все поставлю нахуй. Он справа стоит, крутится, знаешь, вот здесь на железной дороге такой квадратик такой. Да, я первый раз пику. Подожди, не надо, ты его загрешь. Не надо. Просто скажи, где он. Вот здесь вот справа стоит, крутится. Сейчас послушай пару секунд, он крутится будет. Вот, услышал? Бля, Жень, не кушай, ты отнесешь. Я бы мог загреть, он бы меня. Давай, пушил. Выбегай, а я выйду тебя менять, похуй. Давай, выбежал. Убил одного, отходи. Уходим в заправку. Ебать, какие они потные хуесосы, блядь. Охуеть, братан, я в него БПшками въебало, фул да. Магазин зажал. Давай, чекай про остальных, бро. Да, Ренат, иди сюда, мне нужна броня. Давай. MCX на АПшках, если что. Ой, бля, больно. Это очень пиздец. Here's some stuff. Они либо за стройкой, либо внутри. Да, они внутри, походу. Опять помеху ярит откуда-то. Жи, короче, контейнеры, знаешь, как пушит стройку, где босс еще спавнится. Но. От заправки пушит стройку, в контейнерах там сидит между ними с СССРкой. Бля, чекает, братан, прям не как выйти. Его? Как его нахуй? Перепрыгнуть через рычаг. Да, ну, бля, надо, да, делать, согласен. По-другому никак. По-другому никак рисковать.
понял, где я имел в виду контейнер? Я понимаю, бля, я понимаю, ответственность на капу сейчас у меня, блядь. Я все понимаю. Они нам не повезло, они в ебаной плотной позиции, просто лютой. Бля, вот это боссы нахуй, а ВБСГ, блядь. Вот это боссы, которых интересно разыгрывать, да ну нахуй. Только аккуратно мазал, вот ты сейчас на ЖД выйдешь, он по тебе уже будет ебашить. Давай я распику первый, подожди. Давай, давай. Да блять. Мой персонаж не прыгает. Не торопись, не торопись. Блять. ЧВКшника убил. Я могу. Он за синим, да, сидит контейнером, правильно? Я не видел точно, он просто издалека по мне стрелял и не увидел. Глянь, а пока не пикай, отойди чуть-чуть, я попробую. Давай, я распику, подожди. Стой, я бегу, давай. Бля, солнца нет, я не вижу, там очень темно. Не вижу пока что. Мазали сдох. Не вижу, он отбежал походу куда-то. Прямо отсюда по мне ебашил. ЧВКшник стрелял с гаражей в... Граната! По мне! Тихо, тихо! Слева! Пушит! Гранаты какие-то! Вход! Главный вход! Стоит на входе прямо посередине, ластовый. Посередине на входе. Спиной стой. Домой, блядь! Домой. Ебать, как попса нахуй, братан! Да, пиздец, в пятером разыграли типов. Ебать, нахуй, прикиньте, да ну нахуй, пятером, просто, блядь, каких-то боссов. Ебать, и они лютые. Бля, просто чат послевкусием поделиться хочется. Вот пока на эмоциях, 45 часов, нас пятеро, мы чувствуем ответственность. Тут, понимаете, в чем дело? Можно, может быть, их в соло разыграть, без проблем. Но из-за того, что 45 часов ты за ними ходишь, на тебе такая ответственность. Я сейчас сыграл, как будто Evasion, как будто клатч. Вот, как будто, вот первое место, и надо забрать троих ЧВК. Просто настолько, аж руки, блядь, трясутся, прикинь. Ебать, БСГ за таких боссов, мое почтение, блядь, просто пиздец. Скинешь этот, ты такой... Да я хоть бля посмотрю, что за, блядь, мудаки, сука. Батя, у меня лицо красивое сделано. Ну, поздравляю, хули, с капли. Пацаны, мне надо спасибо это вам, красавчики. Короче, пацаны, теперь мы знаем, как пока их ловить. Слышишь? А я, слышишь, я с этим типом, с пластовым, я прям с ним напрямую перестрелку, прикинь, вышел. Если б я по стрельбе повафлил, знаешь, что у него за патрон? М80, блядь. Он бы я просто сгорел. Меня бы, блядь, просто подстер. Кстати говоря, Жень, ты понял? Это он не был на втором этаже, он был возле этих, поездов, так сказать, вагончиков, стоял там где-то снизу. Это я ему ебал, я ему ебало надавал, пацаны. У него просто, блять, в ноль нахуй. А чё Биг Пайп весь разлутанный, чё на нем было? Греник был? Нет, не было. Я слутал только две пушки и два магазина, все, больше ничего не лутал. Бля, его прикольный тип. Смотрите. Вот это самый жесткий пушер. Он первый прибежал на лицо тупо всем. Со стороны как было? Я пиздец потел, да? Жестко нахуй. Ебать, мы там с Ренатиком, блядь, как первого разъебали. Это вообще смехота. Чисто как ЧВК жестко. Он пробегает, байтит. Я выхожу, ебать, его разъебаем. Оба отходим, блядь, опять обратно. Ебать, такой пот, просто пиздец нахуй. Бля, ебать, крутые боссы, да? Пиздец просто. Все. Готовы? Братцы, 2 недели не прошло свайпа. 2 недели не прошло. Все зависло. Игра зависла. Все, иди. Ждем. Фух, это было потно. Если честно, даже с другой стороны, блин, так круто, что этот босс у меня ласт остался квест. Просто ласт. Это все, пацаны, благодаря вам. Если бы не вы, я бы не катал и не было бы такой мотивации. Так что спасибо огромное. Я еще сейчас поблагодарю пацанов в Дискорде, кто в этот момент со мной был. Просто красавчики, все отработали на 100%. Опа! Все, поехали? Я надеюсь, у меня все есть, братцы. Такой кайф сдавать сейчас будет просто... Давайте смаканем. Просто. Прям будем смаковать.
Кресало пошло. Еще 10 минут ждем. Антикварный топор. Поехал. Потрепанную антикварную книгу. Так, книжечка пошла. Файер клинчик. Пошел. Паша Павел. Пашулечка. Пошел. Сейчас надо своей обязательно поднабрать тоже. Столько терпела. Тончик пошел. Джифон. Майонеза куча. Впротой. Прикиньте, сейчас какого-то предмета не будет. Просто кринге. Интрига затянется. Часы пошли. Кайф. 45 часов просто, если не больше. Их искал. Просто жесть. То чувство, когда ты боссов в игре, которых добавили, ищешь дольше, чем повязку Evasion. Да, спасибо всем вообще, кто смотрел. Вообще лучшие просто. Это был классный, веселый путь. Это была капа что-то подненькая. Боссы эти новые, конечно. Дали, если честно, эмоции. Крутые боссы, очень крутые. Даже теперь я понимаю этот вкус победы, когда ты за ними ходишь столько времени, очень долго. Ты за ними ходишь, а потом ты их убиваешь, когда встречаешь. Такой адреналин, вообще просто жесть. Короче, игра дала просто невозможные какие-то невероятные эмоции в последний момент перед капой. Вообще жесть просто. Все есть. Нормально, ничего не забыли. А почему золотое яйцо не написали? Чье? Почему предмета моего нет? Не знаю. Время не пришло. Вот и все. Все принес? Хорошо, наемник. Награда тебя ждет в условленном месте. Все как обещано. Поздравляю и добро пожаловать. Здравствуй, здравствуй. Шата. Кайф. Сюда, капа. Вот она. Чему мы шли. Классно. Быстрее, чем 2 недели взял. Приятно очень. Это очень хорошо. Сколько дней? 13 дней. 13 дней. Меньше, чем 2 недели, капа. Ну и стату надо запомнить, даже заскринить. Чисто интерес. 621 рейд, 2656 убийств, 68 выживания, 14.3 кд, 13 дней. Че, все что ли? Чат. Игру прошли, получается, все, можно чилить.